Это хоста называется Forbidden Fruit. Одна из очень интересных хост по окраске. Ее высота 30-35 сантиметров, а ширина 45-50, может быть даже до 60 этот куст доходить в диаметре. У нее толстые листья, плотные очень. Очень красивый центр, золотисто-желтый. Иногда он и кремовый становится, а в начале распуска просто даже какой-то чуть оранжеватый оттенок имеют листья. А край голубой. И из-за этого очень красивый контраст, вот этот желто-оранжеватый и голубой. Поэтому хосту эту надо находить место полутень, чтобы и было солнце, хватало в середине листа, и голубому краю достаточно было все-таки тенистого места. Поэтому нужно находить полутень. Хоста очень красивая, стоящая, разрастается она быстро. И всегда красиво выглядит, поскольку у них плотные листья, они ничем не портятся.